Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Spectrix, и сегодня я делаю интервью интересного малоизвестного креатора, как X-Feature. Русский креатор, который имеет 4 кп. Ну что ж, погнали. Первый вопрос, как тебя зовут? Андрей. Второй вопрос, сколько тебе лет? 17 лет. Третий, что привело тебя играть в ГД? Сначала Play Market, но я ливнул, потом в районе 1.9 мне ее еще раз показал знакомый, и я вернулся. Четвертый вопрос. Какая была твоя реакция, когда ты получил Creator Point? Скрин снизу. Хорошо. Пятый вопрос. Какая у тебя следующая цель и почему? Делать больше демонов, мини-игр и знакомиться с креаторами. То, что сейчас обо мне в комьюнити не знает почти никто. Шестой вопрос. Сколько играешь в ГД? Года 4, из которых 2 года на телефоне, 2 года на ПК, из которых я где-то 1-8 лет занимался креаторством. Предпоследний вопрос. Какие у тебя любимые креаторы в ГД? Кармал, Джейв, Серпанш и Спутникс. И последний вопрос. Кем лучше быть, слейером или креатором? Напрямую зависит от человека и его способностей и талант. Большое спасибо X-Feature. Всем спасибо, кто смотрел мой видос. С вами я.